музыка, которую мы любим. Реплика Гуру Кена. Привет, это я, Гуру Кен, музыкальный критик, как обычно, с обзором музыкальных новинок недели. Ну, еще раз напомню, это не то, что я показываю свой вкус, демонстрирую какие-то исключительные знания. Я показываю и рассказываю про те песни, про те альбомы, которые просто надо знать, вне зависимости от того, какую музыку вы любите слушать, каких артистов вы любите слушать. Просто, если вы не знаете об этом, вы не в курсе вообще ситуации в мировой и в российской музыке. А слушать потом можно что-нибудь свое. Итак, начинаем. Начинаем с дуэта, с очень неочевидного дуэта. Я его нашел совершенно случайно и ничего не знал про этих артистов в сущности. Это артисты Элли Экс и Трой Сиван. Ну, Трой Сиван более-менее на слуху, это хороший парень такой, поет красивые балладки, иногда с рэпчиком. А вот Элли Экс – это девушка, которая с ним работала долго, которая сонграйтер, она сочиняла песни, но как артист, на сцену она никогда не выходила. И вот неожиданно она запела именно дуэтом с Сиваном. И, вы знаете, мне очень понравилось. Такая меланхолическая, красивая баллада, очень мелодичная. Да что там говорить, давайте послушаем из нее кусочек. Она называется «Love Me Wrong», «Люби меня неправильно», и это, по-моему, кажется очень мило. Это была баллада «Люби меня неправильно» Элли Экс и Трой Сиван. Вообще, знаете, в истории шоу-бизнеса куча историй, когда человек, стоящий за артистом, который сочиняет ему песни, выходит и оказывается вообще-то очень неплохим вокалистом, очень неплохим артистом. Мне кажется, это меланхолическая баллада о том, как хочется, чтобы ты оставался самим собой, как окружающие на тебя давят, а ты пытаешься этому противостоять. Ну, очень такие подростковые, в общем, темы. Как можно красиво, очень мелодично это спеть. И мне кажется, Элли Экс, я теперь буду за ней следить, потому что это очень интересное звучание тембра, хороший, красивый тембр и красивая, согласитесь, баллада. Ну, такая немножечко мрачноватая, может быть. Ладно, перейдем к главной, может быть, теме этой недели, потому что у ни много ни мало великой легендарной группы The Who вышел аж цельный альбом, которого мы ждали и в предыдущих подкастах, и мы слушали уже одну или даже две песни The Who. И вот полноценный альбом наконец-то вышел, первый альбом за 13 лет. Ну, что сказать, первый альбом за 13 лет. Давайте послушаем ту песенку, которая из этого альбома мне больше всего понравилась. Альбом, кстати, называется «Who». Старики не заморачивались над придумыванием названия. Альбом «Who», группа «The Who», альбом «Who». Прекрасно, отлично. Послушаем песенку, которая называется «She Rocked My World». «Она перевернула мой мир». She rocked my world. «Она перевернула мой мир». The Who, великая-великая группа The Who, там же находящиеся, где находятся Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, в общем, какие угодно называете группы, это все великие, вот там же и The Who. Старичкам уже немало. Таунсенду 74 года, а Долтри 75 лет, представляете, вы слушаете голос человека, которому 75 лет. Конечно, вокал у него же не так звонок, как бывало в молодости, но все-таки достаточно силен, а все лучшие качества The Who, мелодичность, чистый, звенящий такой гитар,
гитарный звук. Все это есть практически в каждой песне альбома. И отношения между этими двумя людьми 74 и 75-летнего возраста, это, конечно, отношения как между бывшими супругами. Когда, знаете, вот приходишь на вечеринку, встречаешь там бывшую жену, с которой не очень хорошо, может быть, расстался, и одновременно и стеснение, и неудобство, и желание не встречаться даже взглядом, и в то же время желание как-то вести себя прилично. Вот у этих мужичков из Лондона вот примерно такие же отношения. Все-таки они знакомы уже более 60 лет. Представляете, 60 лет, они родились в одной части Лондона, и при этом всегда говорили, что вот, а я там трудяга, работяга, пролетарий, а я сноб. Вот такие взаимоотношения очень-очень-очень странные. Но, тем не менее, итак, альбом вышел, 11 песен в нем, если взять делюкс-версию, там еще 3 бонус-трека. Ну, что сказать, мало того, что 13 лет они не выпускали альбом, но надо сказать, что и это второй альбом группы за 37 лет. Вот есть ли такие аналоги? Среди великих групп, пожалуй, что нет. Но вот такая история. И, по сути, от The Who, собственно, остались вот они двое. Daltrey и Townshend. Но в туры они ездят теперь, естественно, не вдвоем. Они набирают целый оркестр из 48 музыкантов. О-о-о! Это очень-очень неслабо. Я рекомендую обязательно прослушать этот альбом, просто потому что знать, какие великие альбомы великих групп просто появились на свет еще. А великих групп, как вы знаете, в общем, в наше время осталось живых не так уж и мало. Или не так уж и много. Ну, в общем, слушать это надо обязательно. Ну и ладно, поговорили о великих, перейдем к российским, тоже великим, наверное, группам. Если вы думаете, что группа «Сплин» великая, то вы должны знать, что вышел новый сингл, который предваряет выпуск нового мини-альбома. Альбом выйдет 20 декабря, мы его послушаем, а сейчас услышим фрагмент заглавной песни этого мини-альбома «Тайком. Сплин». Он по ночам фонари зажигает тайком. Он по ночам фонари зажигает тайком. Он где-то здесь, он невидимый, неузнаваем. Храбро сражается против ночной темноты. Кто он такой, мы с тобой никогда не узнаем. Да, это был «Тайком», группа «Сплин», заглавный сингл из будущего альбома. Он, напомню, выйдет 20 декабря. Ну, что сказать, это такая же причудливая вокальная партия Александра Васильева, как и обычно. Что и говорить, она постоянно дублируется, естественно, то клавишными, то гитарами, и за счет этого создается такой плотный мелодичный звук. Сквозь всю песню вы слышите четко очерченную мелодию. Это музыкальная манера «Сплина». Уже более 10 лет она так, собственно, и живет с этой манерой. И хорошо, что она не изменяет себе, потому что плотный звук – это всегда очень-очень-очень хорошо. Что сказать об этой песне еще? Ну, записана она на собственной студии группы «Сплин». В будущий альбом войдет 7 песен. Ну, вот одну мы сейчас послушали «Тайком», но там еще будут и инструментальные композиции, «Шар воздушный», и одна песня, вот чего я особенно боюсь на самом деле, песня на стихи классика. Как-то у нас у рокеров не очень-то как-то получается взаимодействовать с классикой, на мой взгляд. Но вот послушаем, как у Васильева это получится, песня на стихи Николая Гумилева «Волшебная скрипка». Боюсь, но предвкушаю. Вот такая история. Будем ждать. «Сплин». Ладно, а мы переходим к западной попсе. Ну, не совсем попсе, конечно. Камила Кабелло выпустила сольный альбом. Ну, вы знаете, что главная песня года — это в 2019 году «Сеньорита». Это дуэт Камилы Кабелло и Шона Мендеса. Артисты тщательно играют на желтую прессу,
показывают какие-то отношения между собой. И, в общем, все это, как видимо, работает. Ну и сама песня «Сеньорита» вполне себе прилипчивая. Она тоже есть на этом альбоме. Естественно, альбом называется «Романс». Мы сейчас послушаем кусочек из, ну, такой забавной песни, которая мне лично понравилась на этом альбоме, а потом поговорим об альбоме. Песня называется «My Oh My», перевести это можно как «Боже мой», Камила Кабелло и «Да, бэйби». He comes alive at midnight. My mama doesn't trust him. He's only here for one thing, but a little bit older. Это была песня My Oh My из нового второго сольного альбома Камилы Кабелло. Такой коллаборации с Da Baby. Ну да, второй сольный альбом. Случай с Камилой, наверное, очень характерный, потому что, ну, конечно, это латино, потому что девушка у нас кубинского происхождения, кубино-американка, если так корректно говорить. Конечно, это латино, очень минималистичная латино. Обратите внимание, почти все певицы, которые выпускали, да и певцы тоже, топовые альбомы, топовые треки в этом году, никакого плотного звука. Исчезла совершенно вот эта хуковая система, которая свойственна шведской поп-музыке, и она, которая довольно долго доминировала во всей мировой поп-музыке, отныне нет. Отныне мы слушаем Камилу Кабелло или Тейлор Свифт или кого еще угодно, и там очень много воздуха в каждой из песен, и в этой, собственно, тоже. И вот это хорошая история, наверное, как она раскручивала, ведь она, вот она появилась, да, вот у нее там был хит «Гавана», это ее первый такой вот топовый трек. Когда у нас в России появляется артист с одним хитом, с одним, что с ним происходит? Ну, обычно либо про него забывают, либо он долго продолжает как-то там карабкаться к популярности. Что случилось с Камилой Кабелло? Она взяла и поехала в тур с Тейлор Свифт. На секундочку, вы представляете, с Тейлор Свифт. Ну, с чем это можно в России сравнить? Ну, наверное, только если бы какой-нибудь Тима Белорусских потом поехал бы в тур с Лепсом. Пригласил Лепс Тиму Белорусских в тур? Нет. А вот Тейлор Свифт вполне себе пригласила. Хорошо. И потом еще немаловажный факт. Камила стала соавтором всех, вообще всех до единой песен альбома. То есть она везде внесла свой вклад, хотя там очень много соавторов и там много очень респектабельных достаточно авторов. Например, там есть Финеас О'Коннелл, небезызвестный братик Билли Айлиш. Он и здесь отметился на этом альбоме. Ну, знаете, пока выходили синглы из этого альбома «Романс», было много критики. Ну, в том числе, зачем Камиле Кабелло перепевать «Ace of Base»? Вы помните, такая была шведская очень популярная группа Ace of Base? Она не слямзила ничего, она не украла ничего. Там авторы Ace of Base указаны в кредитах как соавторы этой песни. Но зачем? Я говорю о песне «Лжец», конечно, «Лайер». Указали, но зачем заимствовать эту мелодию? Эта песня «Все, что она хочет», Ace of Base. Казалось бы, вполне неплохо Камила сочиняет и сама. Но, с другой стороны, и Мадонна ведь когда-то брала, и у Аббы какие-то хуки. Да и да много таких, в общем-то, историй. Почему бы и нет? Ну, вот то, что мы послушали, это вполне себе оригинальный трек. Я думаю, что в дальнейшем Камила Кабелло все-таки займет такое достаточно важное место во всем американском, да и мировом шоу-бизнесе. Уверен, что если она приедет в Россию, и здесь ей будут очень рады, у нас любят латино, что там Леонид Агутин один чего только стоит, до сих пор собирает залы, вот на днях в Крокусе спокойно себе так собрал битком. Все у нее будет хорошо, с ней готовы работать лучшие авторы, всего в альбоме 14 треков, ну, считайте, 5 из там синглов выходило, и вот мы послушали песенку, которая не выходила синглом до альбома. Вот такая вот история. Ладно, реггетон этот, отойдем от реггетона и, наверное, займемся
чем-нибудь отечественным, но тоже немножечко попсовым. Займемся Анной Плетневой, то ли солисткой, то ли не солисткой группы «Винтаж». Группа «Винтаж» существует в каком-то инфернальном потустороннем мире. Жива она или нет, записи выходят подписанные как угодно. Но в любом случае главное, что Плетнева продолжает сотрудничать с Алексеем Романовым, а Алексей Романов продолжает соревноваться с Константином Меладзе по части мелодичности. Есть ли в этом творческий смысл, не знаю, но зато много хороших песен появляется, много мелодичных песен у Романова, и не только для Плетневой. Но в данном случае альбом Плетневой вышел, он называется «Cinematic», и он вообще-то напичкан как раз плотным хуковым звуком. Мы сейчас послушаем для иллюстрации песню «Я все прощаю», Анна Плетнева. Я все прощаю, я все прощаю. Ну, вот такая она, Анна Плетнева, «Я все прощаю». Вообще, она забавно очень представила в Инстаграме свой этот альбом «Cinematic». Она пишет: «Когда я слушаю этот альбом, меня накрывает вселенское чувство безответственности и противостояния со здравым смыслом». Мне не показалось это, ну, как бы у девочек свои какие-то ощущения, может быть, у вас тоже такие ощущения, противостояние со здравым смыслом. Это, по-моему, вполне коммерчески крепкий альбом, вполне себе такой вот, именно что коммерческий. Тут вообще нет ни одной баллады, тут есть все, тут какие-то модные танцевальные боевики, «Буду», «Мантра», с такими изряднейшими обработками автотюном на вокале. Какое-то количество песен в духе старого «Винтажа», там, «В мире животных», «Магия». Какой-то обязательный мелодический минимум Романова по части отсылок к Константину Меладзе, как вот прослушанная нами песня «Я все прощаю», или там «Огромное сердце», которое сочинил Рома Кенга, который тоже в последние годы как-то увлекся творческим состязанием с Константином Меладзе. И вот ни одной баллады. То есть все достаточно шустрые треки, все достаточно танцевальные треки, и даже если он начинается чем-то таким похожим на балладу, то потом немедленно включается какой-то такой упругий такой танцевальный бит, и давайте, дескать, танцевать, ребята, не грустим. Нелепо это немножечко, ну, мне кажется, что нелепо, может быть, я уже совсем старый для такой музыки, мне бы хотелось больше искренности от самой Плетневой, от ее композиторов, чтобы они заставили ее немножечко, ну, в общем, раскрыться, потому что, ну, и возраст, опять же, не принято говорить о возрасте, но когда ты слушаешь вот эти абсолютно дискотечные, такие клубные боевички, то как-то немножко странно, что человек, в общем, достаточно взрослый, за 40, и вот другого у него ничего нет. То есть, и когда есть и это, и то, это было бы, ну, нормально, естественно. Но когда у тебя только это, бум-бум-бум-бум-бум, немножко диковато. Разве нет? Немножко неестественно. Хотелось бы искренности, хотелось бы каких-то высказываний от нее. На одном дэнсе вот так существовать, не знаю, не представляю. Это ее второй сольный альбом, и в первом сольном альбоме было то же самое. Бум-бум-бум. Ну, сори. Не знаю. Хотя, как потанцевать, так вполне можно и потанцевать. Ладно, займемся чем-нибудь более интересным, более свежим и... Ну, почему бы не кантри? Почему бы не кантри? Есть такая британская певица, неожиданно, британская певица Йола. Такая могучая чернокожая женщина, которая поет именно кантри, американо. И очень, должен вам сказать, очень-очень неплохо поет. У нее вышел альбом в начале еще года. Вот, альбом-то называется «Иди сквозь огонь», «Волк Фифая». Но сейчас она выпустила делюкс-версию. И вот в этой делюкс-версии я обнаружил милый-милый-милый совершенно трек, который стоит послушать. Вообще, американо от британских певиц – это не такая уж большая редкость, но и не так часто случается. А в случае с Йолой, ну, ладно, давайте о Йоле попозже, послушаем сейчас песню, которая называется «I don't wanna lie» – «Я не хочу лгать», а потом поговорим. My friends would say you treated me fine, but there's something you just can't see, and now it's time. But baby, I don't wanna lie, I
Это песня «I don't wanna lie», «Я не хочу лгать» от певицы Йола, британская певица, кантри, американо, и вот это все из 70-х годов. Это завораживает, что это сегодня такое есть. И вот смотрите, по весне вышел этот ее альбом, и Йола сходу тут же получила 3 номинации на Грэмми, в том числе «Лучший новый исполнитель». На секундочку. Она получила звание «Выдающийся британский артист года». Она получила UK Americana Awards. Вот как-то все сразу. И тут же ее позвали, значит, туда, вот в Нэшвилл, там показывать свое искусство. Здорово, когда поддерживаются сходу вот хорошие артисты. В данном случае меня заворожил ее голос. Такой роскошный, основательный, хорошо поставленный и очень такой стилизованный под свой жанр. Вот, наверное, стилизация подкупает особенно, потому что сейчас редко такой услышишь такой стильный жанровый подход к музыке. У Йолы именно такой. Она реально старается делать вот все очень правильно и при этом показывать свой голос. Вот ради голоса мы ее, в общем-то, и должны, наверное, слушать. Ну, Грэмми, кстати, она не получила, наверное, пока, но уверен, что это дело просто ну, года двух, и свой Грэмми, и не один, может быть, она получит. Сейчас она пока проходит по категории, собственно, новых, таких молодых артистов. Будем ждать. Но вообще послушайте весь этот альбом «Иди сквозь огонь». Мне кажется, что вот его надо целиком послушать, потому что он на меня произвел какое-то невероятное, такое экстраординарное впечатление именно из-за стильности, из-за мощи голоса, из-за работы со звуком, ну, там, хорошие аранжировки, в конце концов. Думаю, что это большой артист, и про Йолу мы будем слушать и узнавать про нее что-то новое постоянно. Вот это важно. Артист. Если вы не слышали, кто такая Йола, обязательно послушайте, найдите. Ссылочки в описании к подкасту я всегда даю. Ищите, знайте, что это вот. У нее, кстати, музыка выходит на лейбле Ауэрбаха, и Ауэрбах является, Дан Ауэрбах, известный такой саунд-продюсер, он является здесь постоянно и соавтором вместе с ним. И вот этот вот такой блюзовый американо в духе 70-х меня подкупает необыкновенно. Все, я могу часами еще говорить про эту Йолу. Я очень впечатлен. И впечатлился еще, когда вышел альбом. Сейчас его переслушал, еще больше накатило впечатлений. Оскаров, Грэмми и чего угодно, золотых глобусов для Йолы ожидаем. Поговорим немножечко еще о наших, а то наших как-то редко про них вспоминаем. Давайте вот самую неожиданную музыку. Может быть, вряд ли вообще найдете где-нибудь и на Яндекс.Музыке, и в iTunes этот релиз. Он очень странный, но я довольно редко встречаю сейчас среди молодых артистов желание работать сразу в двух жанрах, нежелание работать с этими жанрами. Это прогрессивный рок. Но согласитесь, очень мало музыкантов, которые сейчас играют прогрессивный рок. И фолк-рок. Вы помните, была эпидемия лет 10-15 назад фолк-рока, огромное количество фолк-фестивалей и клубных, и опен-эйров. Сейчас все это как-то сошло на нет. И вдруг обнаруживается группа, которая записывает совершенно некоммерческий, совершенно концептуальный альбом именно вот на стыке прог-рока, фолк-рока, шумового авангарда и, наверное, корневой этники. Вот такое безумное, бешеное сочетание. Да что я говорю, я сейчас вам поставлю самый попсовый трек, чтобы не распугать всех, а вы найдите и послушайте этот альбом целиком, потому что это, в общем, именно в духе прогрока, а значит, это полноценное высказывание, которое надо слушать альбом весь от начала и до конца. Проект называется «Залпом», альбом называется «Лес видит», а мы сейчас послушаем вот такую забавную, смешную, но тоже очень авангардную песенку «Я тебе не верю».
Ну, какие смешные запевы, да? Я тебе не верю. Эти женские голоса как будто издеваются, как будто в голове расстраиваются, расчетверяются, размножаются, и очень-очень ехидно это все получается. «Я тебе не верю» — это проект с залпом из их нового альбома «Лес видит». Вот такая психоделика какая-то невероятная, смешная, ироничная. Ну, там есть и серьезные, конечно, там есть и горловое пение в альбоме. Такое целое нагромождение, причем это не выглядит каким-то проектом, который вот сейчас готов к фестивалям. Там, музыканты гордятся тем, что их песни — это не стандартные формы, там, куплет-припев, два припева. Нет. Там музыка развивается по законам практически симфоническим. Ну, на самом деле, прогрессив-рок, он и развивался по симфоническим законам. Неожиданный релиз, правда, очень смешной. Не каждый, наверное, сможет его от начала до конца послушать, но тот, кто дослушает, получит огромное удовольствие. Сами музыканты говорят, что весь альбом этот вырос из 10-минутного джема просто, а потом уже они начали ездить там по каким-то алтайским горам, где учились горловому пению, по каким-то там деревням в Кировской области или еще где-то. Ну, в общем, безумие. Такой инди-проект, инди-оркестр, можно сказать, залпом. Браво, ребята, молодцы. Круто. Ладно, музыкальную какую-то программу мы, в общем, для себя примерно выполнили, кажется. Больше у меня таких заметных новинок на этой неделе фактически и нет. Хотя есть, но ладно, под конец ее поставим. Я хотел с вами поделиться своими впечатлениями о топах. Сейчас, вы знаете, конец года, и все сервисы стриминговые, видео и так далее, продажные, любые выкладывают уже топы, чтобы успеть засветиться в СМИ 2019 года. И вот меня заинтересовали топы даже вот не то, что выдавал там Яндекс.Музыка, меня заинтересовали топы видео YouTube, музыкальных видео. Это очень забавно. YouTube отдельно посчитал топы музыкальных видео по России, отдельно посчитал топы музыкальных видео по Украине, отдельно посчитал по Белоруссии. Наверное, какой-нибудь по Казахстану или там по Армении он тоже почитал, я не вникал дальше, но вот эти три я прочитал и жутко удивился. Оказывается, никакого разрыва-то и нет во вкусах публики. Что в России, что на Украине, что в Беларуси, одни и те же артисты в топе. Вот тот же Артур Пирожков, который занимает сразу первые два места в России с песнями «Алкоголичка» и песней «Зацепила», я ставил как-то эту песню в подкасте, совершенно реально этот топ точно так же выглядит и на Украине, и в Белоруссии. У нас единый вкус, у нас единый рынок до сих пор. Хотя мы уже десятилетия говорим о том, что вот Украина такая более прогрессивная страна, более модная музыка, более электронная, более гитарная и так далее. Да ничего, все те же самые. «Артик и Асти» тоже в топе. «Егор Крид» тоже в топе во всех трех странах. Little Big, конечно, тоже в топе. I'm OK, там и Skibidi, конечно же. Все продолжают забивать вот этот музыкальный эфир всех трех стран. Просто у нас сейчас вот в СМИ почему-то больше говорят о российских топах, а я поинтересовался, заглянул, что там на Украине и что там в Беларуси. Боже мой, одно и то же. Даже Face встречается вот в Беларуси, его слушают, хотя, казалось бы, такой остросоциальный рэпчик про нашу российскую действительность. Нет, оказывается, нет. И Ленинград слушают отлично, и там, и там, и там. Так что, ребята, у нас общий музыкальный рынок, не переживайте, все продолжается как есть, и будем надеяться, что война закончится, и все будет и с гастролями, и с продажами музыки, и с мерчем, и так далее, у наших музыкантов, я имею в виду у всех у наших, потому что Артур Пирожков, ну, товарищ с Донбасса, например, мы его к чему будем относить? К России, к Украине? Делить нам нечего. Общий рынок очень смешной. По Яндекс.Музыке, ну там, да, там есть различия. Там, скажем, Зиверт для меня феномен, почему Зиверт попала в топ. С темой белорусских более-менее понятно. Незабудка, вполне себе песня. И Артик и Асти, Грустный Дэнс тоже. Ну, естественно, Билли Айлиш и все прочее, все прочее. Но вот успех... И, кстати, Мокрые Кроссы до сих пор еще в топе, оказывается. Их до сих пор слушают. Хотя, казалось бы, сколько песни лет... Сколько ей песни лет? Больше года ей уже. Старуха, дыху какой-то уже буквально. Тем не менее, вот это все в топе. Ну, да. Ну и по
По всяким там прослушиваниям, по стримингам, понятно, что по глобальным, ну, Ариана Гранде, в данном случае мы имеем в виду стриминги всемирные, Ариана Гранде, Риана, Тейлор Свифт, Сиа, Бейонс, понятно. Так, из мужчин Дрейк, Эд Ширан, Пост Мэйлон, Эминем и The Weeknd. Ну, тоже вполне себе понятно. Weeknd сейчас на 5-м месте, думаю, что в следующем году точно войдет на 1-е место, очень активно у него идет работа. С Эдом Широном тоже все понятно, в общем, человек работает и очень активно. Ничем нас не удивили, ничем абсолютно эти топы. Так что, если вы будете их читать, думаю, что вас они тоже вряд ли удивят. Ладно, пора, наверное, нам заканчивать. И пойдем мы к последнему, наверное, треку за сегодня, точнее, такому вот альбому, можно сказать. Поговорим о Лиам Пейне, о бывшем вокалисте бойз-бенда, великого бойз-бенда, как многие думают, One Direction. Он выпустил полноценный такой себе альбом, который скромно назвал LP1. Как хотите, так и понимаете, то ли сокращение от имени и фамилии своей, от Лиам Пейн, то ли LP как long play, но в любом случае он номер один, поскольку он действительно для него дебютный альбом. Называется он LP, а мы сейчас послушаем трек, который, ну, мне запал больше в голову. Называется «Сложите в стопку», как-то так, «Stack it up». Give the bad an OTIP, but like him I got dreams and they be IG. Try to be a better guy, but they weren't enough to satisfy. I got dreams for you and I got money on my mind. So if you wanna stack it up, man, you gotta work for it. Aye, 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 aye. Ain't nobody gonna be doing it for you. Aye, 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 aye. I got dreams. Это был Лиам Пейн, бывший участник One Direction. Он давно уже занимается сольной карьерой, и вот его дебютный альбом LP1. 17 треков, ну что ж, неплохо, неплохой лейбл Capitol Records, на секундочку. Ну и, конечно, тут много дуэтов со всеми звездами, какие только есть, включая Рита Ора. Настоящий труд любви, говорит артист вообще. Я работал с невероятно талантливыми людьми в студии над альбомом, который действительно представляет меня. Что представляет Лема? Это альбом, целиком залитый сахаром. Вот сахаром вот по самое не балуйся. Это совершенно сладкие песенки, это совершенно мягкий коммерческий звук. Это песни, в которых голос отполирован до такой степени, что не понимаешь, это робот поет или певец. Если это представляет меня, то ты робот просто, Лема. Ты просто робот. Вот ты кто. Я бы не стал ругать его за это, но просто это заметный релиз, и надо просто знать, что такой вот альбом есть. И я уверен, что многим, например, девушкам наверняка понравятся такие сладкие балладные песенки, слезливенькие такие, про любовь. Естественно, про страдания, про, ну, разлуки, снова про любовь. Ну, вот все, что вы можете себе представить там, например, в ранних альбомах Сергея Лазарева, вот все это есть у товарища по имени Лиам Пейн. Ну, есть и есть. Еще тут он клип выложил на этой неделе с чит-кодосом. Ну, не знаю. Не знаю. One Direction, собственно, когда? One Direction распались у нас в начале 16-го года. То и Лем сразу же начал свою карьеру, начал, знаете, его песня прозвучала в 50 оттенках серого в скандальном фильме, и как-то у него дальше и пошло, и пошло, и пошло, но это вот его первый такой полноформатный альбом. Просто о нем надо знать. Если вы любите сладкую музыку, как не я, то послушайте этот альбом LP1. На этом все. Я с вами прощаюсь. С вами был Гуру Кен. До встречи на следующей неделе. Музыка, которую мы любим. Реплика Гуру Кена.